Здравствуйте, дорогие друзья! С наступающим вас Новым годом, Рождеством, всеми прочими праздниками. Если кто-то отмечает что-то еще, напомните, что мы еще отмечаем в эти дни. В общем, с праздниками! На сцене вы видите практически весь наш состав. Это диджеи Андрей Эдисон и Михаил Габович, наш литературный редактор Сергей Чекмаев, и здесь вот перед вами литературный ведущий Влад Коп. А сегодня рассказы будут в основном веселые, юмористические, новогодние, естественно. Ну и, наверное, сейчас вот Сергей тоже пару слов по этому поводу скажет. Всем привет! Я сегодня хороший Санта. У меня даже кепочка есть. Хо-хо-хо! Да, надо сделать хо-хо-хо, но это потом, когда закончим читать. Действительно, год не самый веселый, да еще с этим карантином. Поэтому мы решили сегодня без ужасов, без кошмаров, без чудовищ. Хорошие, добрые, позитивные новогодние истории. Так, чтобы вы отсюда ушли веселыми, нормально и классно отмечать Новый год. Историй будет аж 4. Слишком громко смеяться разрешается. Все, что мы сегодня читаем, записывать и выкладывать полностью разрешается. Ну и начинаем мы с рассказа Далии Трускиновской «Три глотка светлого пива». Пиво вполне себе праздничный напиток. Речь пойдет о зиме, Рождестве, Новом годе. Далее Трускиновская «Три глотка светлого пива». Говорят, раньше возле Иоанновской церкви, что как раз посередке Старой Риги, можно было ночью встретить призрак монаха. Слонялся он, говорят, в потрепанной коричневой рясе, в сандалиях на босу ногу, с пивным бочонком на плече и ругался непотребными словами. А потом, говорят, куда-то пропал. И впрямь, куда пропадают привидения? Кто-нибудь знает? Может, на пенсию уходят? Казалось бы, еще вчера бродила по коридорам замка белая дама, сопровождали ее завывание ветра и адский скрип несмазанных дверных петель, и вдруг перестала являться, да и ветер потише стал выть, одни только двери скрипят, как 400 лет назад. Потому что их как раз тогда в последний раз смазывали. Так вот, монах, что по ночам являлся у Иоанновской церкви, у ее высокой краснокирпичной стены, как раз тогда был в зените славы. Зимней порой, в несколько ночей между Рождеством и Новым годом, выходил он на прогулку, и горе тому, кто заступал ему путь. Монах гнался за ним, требуя, чтобы несчастный испил пиво из бочонка. А что хорошего в таком замогильном пиве? Выпьешь, и тут же попадешь в ад к чертям на сковородку. Случилась вся эта история, потому что монах не имел календаря. Как-то он иначе узнавал, что пора на службу. Может, голову из церковной стены высовывал и к уличному шуму прислушивался.
для порядочного приведения ночной обход владений и служба. Видимо, именно из-за нее какое-то неземное начальство расплачивалось с нашим монахом пивом. Ну да, бочонок-то пивной, его ни с чем не спутаешь. А какой смысл бродить с пустым бочонком? Некоторые горожане утверждали даже, будто видели, как монах к бочонку прикладывается и вволю пьет свое призрачное пиво. И что интересно, им верили. Если в Риге все, от бургомистров до малых детей, этим напитком баловались, отчего ж привидение должно соблюдать сухой закон? А теперь, когда насчет города и монаха все вроде ясно, перейдем к той зиме, которая стала последней в его загробной карьере. И сперва представим себе средневековый город, запертый в каменных стенах с толстыми башнями и окруженный широким рвом. Дома в этом городе стоят тесно, растут не вширь, а ввысь, потому что земля дорогая. А рижские бюргеры – люди экономные. Когда городу стало тесно в старых укреплениях и были построены новые, что сделали эти хитрецы? Они пристроили к старой городской стене дома так, что потратиться пришлось только на три стенки. Четвертую эта самая древняя стена заменила. И это еще не предел. Уговорившись, хозяева двух соседних домов возводили между ними одну стенку. На две-то зачем-то разоряться, если здания стоят вплотную друг к дружке. Вот и получилось, что в своем собственном жилище впору шепотом говорить, чтобы сосед не услышал, а тем более соседка. Так что пройдем по улице Песочной, свернем на Замковую, и вот перед нами жилище почтенного сапожника Брейтфуса. Он состоит в малой гильдии, исправно платит взносы и соблюдает все городские законы. Сама госпожа бургомистерша заказывает ему туфли, а это все равно, что золотая медаль на шее. Днем-то еще ничего, днем всюду шумно. В мастерской сапожника Брейтфуса на первом этаже стучат молотки, звенят голоса. Там трудятся двое подмастерьев, трое учеников. Вертятся под ногами младшие сыновья Генрих и Клаус. Туда приходят богатые заказчики, с некоторыми Иоганн Брейтфус может выпить рейнского вина или крепкого рижского пива. Рядом с мастерской кухня, где хозяйничают женщины, фрау Клара, почтенная супруга, дочки Гретхен и Анхен, служанка Эльза, и к ним частенько заглядывают гости, побаловаться сладкой настоечкой, имбирным пряником, обсудить новости и с особым удовольствием те, что про дела семейные. А если вдруг обнаружится, что купцу Дорфману жена изменила, или что у Шварцев с Вайскопфами свадьба расстроилась из-за невестиных давних приключений чуть ли не из-за внебрачного ребенка, так все рижские кумушки поочередно с такой радостью примчатся. Это днем. А поздно вечером ученики ложатся спать прямо в мастерской, подмастерья поднимаются в каморке на чердаке, а хозяин с хозяйкой и дочками уходит наверх. Еще совсем недавно там все в одной комнате и спали. Но как попала Рига под власть русского царя, так и пришла новая мода. Чуть ли не каждому выгораживать свою комнатушку. И вечером в бюргерских домах уже должно быть тихо, разве что кто-то справляет именины или затеял домашний концерт. Поэтому герр Иоганн и фрау Клара вопили тихо, чтобы не устроить даровое развлечение соседям. А повод для скандала был основательный. Дочки Анхен и Гретхен раздевались в своей комнатушке, когда туда заглянула мать. Тут-то и обнаружилась беда. Когда Гретхен в зашнурованном платье все в порядке, а когда в одной тонкой ночной сорочке виден округлившийся животик. Начался строжайший допрос, отец рычал, мать шипела, сестренку Анхен выставили на лестницу, и она там тихо плакала. «Чья работа? Кто постарался?» — сурово спрашивали родители. «Когда? Как?» А что могла ответить Гретхен? Что целый год была влюблена в молодого купца Пауля Грюневальда. Что на Масленицу, когда весь город пил, пел, плясал и бегал в маскарадных костюмах, Пауль впервые тайно привел ее в свой роскошный дом на Господской улице. И что потом не раз приводил. И весной, и летом.
А она была так счастлива, что даже ни разу не спросила о сватовстве. Ну да, Пауль молодой вдовец, и он не может никому свататься, пока носит траур. Он об этом раз 10 сказал между поцелуями. Но Гретхен слыхала, что родня уже держит для него наготове дочку Рацмана Видау. Правда, дочке этой лучше бы так и ходить в масленичной маске. Личка ей оспа поклевала, да и лет девице под 30. Зато какое приданое! И мельницы, и загородные мызы, и винные погреба. А у дочери сапожника, пусть даже богатого сапожника, девичья красота да сундук с нарядами. Родители шипели и замахивались. Гретхен опустила голову и молчала. «Ты мне больше не дочь! Убирайся из моего дома! Иди к тому, с кем брюхо нагуляло!» — приказал герр Иоганн. «Возвращайся в чепце замужней женщины или не возвращайся вовсе!» «Ох, что скажет госпожа бургомистерша! Она откажется забирать новые туфли! Какой ужас!» «Вон из моего дома!» Вот и оказалась перепуганная и рыдающая Гретхен ночью на улице. Только платьишко успела накинуть, да сестренка Анхен потихоньку дала ей свою шубку. Что делать, куда идти? Одно, пожалуй, оставалось — к Паулю. Сесть у него на пороге и не уходить, пока не сжалится. У Гретхен уже был с ним неприятный разговор, когда наконец-то она собралась с духом и заговорила о свадьбе. Это было осенью. И купец сказал прямо, он бы рад взять Гретхен за себя, только родня их обоих сосвету сживет. Мать старая фрау Грюневальда спит и видит, как бы с Видау породниться. А мать имеет свой капитал, завещанный ей дедом, и вложила его дело в единственного сына. Если заберет из оборота деньги, Паулю придется очень тяжко. Он так горестно говорил об этом, что Гретхен больше ни словечка не сказала о будущей свадьбе. И как не пожалеть молодого человека, который вынужден слушаться строгую и властную матушку? Тогда Гретхен еще не была уверена, что ждет ребенка. Да и теперь ей это казалось как-то странно, будто видит дурной сон и не может проснуться. Зима была красивая. Падали медленные и пышные снежные хлопья. Где-то над рекой проснулась и собралась на прогулку метелица. Но девушке было не до красоты. Пошла она пустым ночным городом, больше всего боясь натолкнуться на стражу, обходившую улицы для соблюдения порядка. Дорогу ей освещали выставленные в окнах свечи. По закону им следовало гореть до полуночи. И вышла бедняжка Гретхен на Сарайную улицу и пошла в сторону Господской, чуть ли не дрожа от страха. Ей нужно было пройти или мимо Иоанновской церкви, или мимо Петровской церкви. А у церквей, говорят, водятся привидения. Соседка фрау Доротея сама встречала двух шведских солдат, что померли от чумы 40 лет назад, и все бродят, не могут угомониться. А привидение, которое помнит про страшную чуму, может оказаться очень вредным. Шла Гретхен вдоль краснокирпичной стены Иоанновской церкви, плакала и молилась, чтобы не тронули ее злые чумные духи. И надо же, бредет ей навстречу человек в коричневой рясе под поясанной веревкой, тащит на плече бочонок пива, да такой тяжеленный, что ноги у этого монаха подгибаются. Гретхен остановилась и от ужаса окаменела, даже в горле пересохло, не крикнуть. «Не бойся меня, девица!» — сказал, подходя монах. — Никому я еще вреда не причинил, одному лишь себе. Вот и должен таскать проклятый бочонок до скончания веков. Постой хоть со мной немного, а то кто увидит, все прочь бегут. Да я по-человечески уж лет 200 ни с кем не разговаривал. Тебе жаль меня хоть немного? Гретхен несколько раз кивнула. И как не пожалеть пожилого монаха, который зимой разгуливает по снегу в сандалиях на босу ногу? Гретхен успела туфли обуть, и то ножки здорово мерзли. «Дурак я был», — признался монах.
Ты девицы истории не знаешь и не поймешь, когда я прибился к Домскому монастырю. А было это до беспорядков. Впрочем, о тех беспорядках, когда рижане громили церкви, жгли иконы в деревянных святых, ты тоже не знаешь. А ведь после них в Риге поменялась вера, и все католические монахи уплыли на кораблях. Один я остался, старый дурак. Тогда я уже утратил земную плоть. А скончался я смертью весьма благородной. Тебе, девиц, не понять, что такое слава. Женщинам сие недоступно. Я возжелал великой посмертной славы и велел замуровать себя в стене монастыря, который возводили вон там. Сейчас-то его нет. Настоятель мне говорит: «Опомнись, брат! На что тебе слава, о которой ты все равно не узнаешь? Честолюбие — великий грех!» А я ему: «Святой отец, обитель наша несколько раз страдала от пожаров, и если меня замуруют в стене, я буду охранять ее от огня». Спорили мы с ним, спорили, я его переспорил. Сделали мне в стене нишу с окошечком. Сел я в этой нише и сколько-то времени просидел. Есть хотелось страшно, а я терпел ради славы. Мне в окошечко хлеб и воду подавали. Вот стал мне от голода всякое мерещиться. Так в бреду я и скончался. «Какой ужас!» — ответила Гретхен. «Ужас? Да!» — гордо отвечал монах. «Зато великая посмертная слава! Я прошел сквозь стену и возрадовался! Весь город только обо мне и говорил! Но потом, ох, что было потом? Вот как ты полагаешь, девица, может ли призрак совершить нечто такое, за что его накажут?» «Я не знаю, господин призрак», — прошептала девушка. «Я зато знаю!» — завопил монах. «Может, может, и как еще может? Ты слушай, слушай. Наконец-то нашлось живое существо, которое меня выслушает. Я бы предложил тебе присесть на мой бочонок, но он тебя не выдержит. Слушай! В земной своей жизни я не был горьким пьяницей. Я выпивал, да. Иногда выпивал вместе с братьями. Нельзя же жить в портовом городе и быть трезвенником. А когда я стал привидением, то ни в еде, ни в питье уже не нуждался. И вот я каждую ночь выходил из стены и исправно совершал обход монастыря. Я нравом был тих, спокоен и безмолвен. Я был честным привидением, пока не помер этот сукин сын, трактирщик Ганс Файзер. Все из-за него, все из-за него». Гретхен уже дрожала от холода, но не осмеливалась убежать от разговорчивого монаха. А тот говорил все более пылко и страстно. «А как ты полагаешь, за что трактирщика сделали призраком? За какое преступление?» «Ну так я тебе скажу. За то, что он прекрасное светлое пиво грязной водой разбавлял. Уж лучше бы он город с четырех концов поджег разбавлять пиво. И поделом ему, что в посмертном бытии его обрекли таскать на плече бочонок с пивом. Ну вот и встретились мы с Гансом Файзером. Я сперва обрадовался. Будет у меня собеседник. Я ведь к горожанам с речами не приставал, считал, что неприлично почтенному призраку о мирских делах беседовать. А тут не выдержал. Сели мы с трактирщиком на ступеньки у церковных дверей и разговорились. Я ему первым делом рассказал о том, как возжелал посмертной славы. А он мне про вдову, про своих сироток. И дернул меня черт за язык. Спросил я его, как вышло, что и он привидением стал. Он мялся, вздыхал, охал. Наконец признался, все из-за пива. И велено ему носить на плече бочонок до скончания века. Тут-то я и рассвирепел. Пиво разводить! Так он еще, наверное, жене приказывал не ждать, пока в кружке пена осядет, а прямо с шапкой пены подавать, чтобы в кружку доливать не пришлось. Вот ведь какой вредитель! И не выдержал я. Набросился на него с кулаками. Подрались мы. Ты думаешь, девица, что раз мы привидения, то боли вовсе не ощущаем? Как еще ощущаем? Я бил этого подлеца, я месил его кулаками, и он меня бил.
Все окрестные коты сбежались и так орали, глядя на нас, что уши закладывало. Да, девица, коты видят и слышат призраков. А вот горожане отворили окна и кидали оттуда в котов всякую дрянь, поливали их водой. Сквозь меня пролетела кружка с отбитой ручкой. Но я не сдавался. И совершилось великое чудо. Проклятый трактирщик позорно сбежал, а его бочонок мне достался. Ты хотела спросить, девица, как такое возможно? Да, еле пролепетала Гретхен. Не знаю, но это было. Мерзавец сбежал, и куда он делся, я не знаю. Мне же достался бочонок. Смотрел я на него, смотрел. И мне вдруг так захотелось хлебнуть пиво. Тебе, девица, сего не понять. Такая жажда одолела, какой я при жизни не знавал. И я подумал, пусть оно разведенное, пусть в нем хоть тараканы плавают, пусть. И я взял бочонок. Я поднял его над головой, и в рот мне полилось изумительное, чистейшее, свежайшее золотистое пиво. Я был счастлив, как никогда в земной жизни. Я пил и пил и пил, и в голове у меня помутилось. Опомнившись, я уволок бочонок в свое убежище и с той поры каждую ночь к нему прикладывался. Оказалось, что бочонок неиссякаемый. И знаешь, что произошло? Я променял свою посмертную славу на это чертово пиво. Постой, выслушай меня. Хоть ты-то выслушай. Гретхен обхватила себя руками. Морозец-то крепчал, пробирался под шубку. Но убежать она боялась. Мало ли что стукнет в голову взбалмошному привидению. Может, чумных шведских солдат в погоню пошлет. Не помню, в котором году весь город праздновал Рождество. В такую ночь люди спать не ложатся, многие гуляют по улицам, даже песни поют. Разумеется, и выпивают. У кого есть заморское вино, тот пьет вино, у кого вина нет, тот пивом утешается. Вот и я ради праздника выпил чуть ли не треть своего бездонного бочонка. Сам праздник нельзя, нехорошо. Так я решил накануне. И напился я до того состояния, когда сам черт не брат. А у пьяного человека вдруг слезы сами течь начинают. И принимается он сам себя жалеть. Вот и я стал оплакивать свою молодость. Сидел я в келье, читал умные книги, и было у меня в жизни очень мало веселья. Ведь мы, монахи, знаем всякие смешные истории, а рассказывать их боимся, чтобы не прознал и не разозлился наш настоятель. Ударило мне пиво в дурную голову, и решил я повеселиться. Ох, грешен я, грешен! Монах поставил на землю бочонок и принялся бить себя кулаками в грудь, стеная и причитая. Не сразу он вернулся к своему горестному повествованию. Оказалось, набравшись призрачного пива, этот грешник в коричневой рясе отправился на прогулку. Он откуда-то знал, что в ночи между Рождеством и Новым годом люди могут и видеть, и слышать его. И вот он дошел до Ратушной площади, где было на удивление мало народа. Выбрал компанию, чтобы к ней присоединиться, но добром это не кончилось. «Язык у меня совсем развязался! Я просто не мог больше молчать!» — воскликнул монах. «Я говорил, говорил, говорил и был счастлив. Я рассказал им историю про мельника и трех старух. Я рассказал им про вдову и двух ее любовников. Я рассказал им, как женщины стали сравнивать достоинства своих мужей. Они сперва слушали, потом стали меня ругать и велели заткнуться. Но я уже не мог заткнуться. Я просто обязан был рассказать им, как сапожник ходил к аптекарю за любовным напитком и как выпил вместо трех капель всю бутыль. Наконец эти жалкие и скучные людишки заткнули себе уши и побежали прочь. Тогда я опомнился. Пивной хмель стал с меня сходить, и я ужаснулся. Я понял, какой я великий грешник, и опрометью кинулся прочь.
Я ворвался в свое убежище и распластался на полу. И я решил больше не выходить наружу. Я решил сам себя покарать. Мой стыд был таков, что будь я живым, нашел бы веревку и повесился. Но где же это слыхано, чтоб привидение повесилось? Что ж ты молчишь, девица? Но перепуганная Гретхен и словечко вымолвить не могла. «Молчишь», — вздохнуло привидение. «Тоже, наверное, думаешь, хорошо было бы, как бы этот старый дурак повесился. Так вот, лежу я в полу и слышу голос. «Бесстыдник», — говорит мне голос. «И где же ты такого непотребства набрался? Стыд и срам», — говорит голос. «Весь город переполошил, все только и говорят о монахе, который в такую ночь всякие пакости и непристойности незнакомым людям рассказывает». «Я спрашиваю, в какую такую ночь? Ведь Рождество только завтра празднуют». И оказалось, я дни перепутал. У всех настроение радостное, благостное, все после ночной церковной службы домой не спешат, идут потихоньку. И тут я с мельником и тремя старухами. Стало мне жутко. Кабы какая другая ночь, оно бы и ничего, но это... Так слушай же, продолжает незримый голос. Вот тебе кара за твои безобразия. Весь год сидеть будешь взаперти, и только в ночи между Рождеством и Новым годом сможешь выйти отсюда. А когда выйдешь с бочонком на плече, найдешь людей на Ратушной площади и со слезами попросишь у них прощения за свой грех. Тогда, может быть, будешь помилован. И больше ни капли пива не выпьешь. Бочонок твой будет полон, но не для тебя. И все. И больше я в ту ночь голоса не слышал. Целый год просидел я взаперти, целый год! Сижу, бочонок с пивом передо мной стоит, а выпить нельзя, кран не открывается. Сижу я и плачу. Вспомнив о своем несчастье, монах даже прослезился. Ай, год прошел. Взвалил я на плечо бочонок, стена передо мной расступилась. И пошел я на Ратушную площадь. Там опять народ гуляет, песни поют, смеются, а мне нужно грех замаливать. Выбрал я компанию человек в шесть, подошел и поклонился. «Простите меня, — говорю, — люди добрые, — простите меня непутевого». Они, конечно, спрашивают, за что меня вдруг нужно прощать. «Да вот, — говорю, — год назад я вел себя тут на площади неприлично, непристойные истории рассказывал». А они мне: «Какие такие истории?» «Ну, не понимают и не понимают, о чем я им толкую». Рассердился и рассказал им про мельника и трех сластолюбивых старух. И словно с цепи сорвался. «Вот, — говорю, — какие я непотребства рассказывал. И тут же им про любовный напиток, от которого мужская сила в 20 раз вырастает. И тут же, как вдова выбирала, какой любовник лучше. А когда дошел до монахини, покупавшей огурцы, вдруг опомнился и кинулся прочь. Ворвался я в свое убежище и как заплакал, как зарыдал!» Монах утер рукавом рясы глаза и продолжал. «Когда же я рыдать перестал, снова голос прозвучал. Ты грешник болтливый, так мне голос, совсем ума лишился. Сиди взаперти еще год, а когда снова выйдешь на площадь и будешь просить прощения...» Год я просидел за стеной и чуть с ума не сошел. А призрак, лишившийся ума, даже врача не может позвать, чтобы на него надели смирительную рубашку и отвезли в богадельню. Нет такой богадельни для призраков. Прошел, значит, год, снова я взвалил на плечо бочонок с недоступным пивом. Снова пошел в грехе своем каяться и прощения просить. И снова не получилось. Тупые людишки не желали понимать, про какие непристойные истории им толкуют. Я не выдержал.
И все им было жилы про монахиню с огурцом, и про конюха, который скакал верхом на госпоже, и про стеклянный стакан для измерения мужской силы. Опомнился, а было поздно. Они уже бежали от меня прочь, призывая на мою голову самые страшные кары. Вернулся я в убежище, а там незримый голос меня поджидает. Ох, каких слов я от него наслушался! И вот так выходил я 286 раз. И ровно столько же раз не удавалось мне как следует попросить прощения. Наконец голос не выдержал. «Этак ты до судного дня будешь чушь нести», — сказал мне голос. «Поэтому сделаем иначе. Выходить будешь в ночи между Рождеством и Новым годом по-прежнему, но не прощения просить. Ничего у тебя с этим прощением не получается. Будешь искать человека, который не побоится выпить 3 глотка пива из твоего бочонка. Найдется такой и освободит тебя. Тогда лишь тебя отпустят». Я ему: «Так это же и вовсе невозможно». А голос мне: «А ты постарайся, чудище зловредное, у тебя для этого вся вечность впереди». И понял я, что до самого страшного суда таскать мне этот пивной бочонок. Выходить-то с ним выхожу, но никому даже не пристаю, бесполезно. Как хорошо, что ты слушаешь меня, девица. Наверное, пожалела меня, потому и стоишь, и слушаешь, как я осужден слоняться по ночам с этим проклятым бочонком. Вот такая беда вышла у меня с этой посмертной славой. И бочонок ведь полон пива, только я отведать его больше не могу. Сколько раз пытался, а не получается. Так тебе жаль меня? Да, ответила Гретхен. Очень жаль. Мне прямо сказано, если я найду человека, который не побоится выпить 3 глотка из моего бочонка, то меня отпустят. А где такого взять? Кто меня встретит, удирает без оглядки. Ты первая стоишь и слушаешь. Может, ты и отведаешь моего пива, девица? Ты боишься? Тебе кажется, что пиво коснется твоей глотки, и ты умрешь? Монах угадал. Гретхен шла к дому Пауля безо всякой надежды на успех. Просто больше идти было некуда. Молодой купец все ей объяснил. Если бы им удалось встретиться тайно, он бы, может, дал денег. Но какие деньги помогут в девичьей беде? Что с ними делать? На что потратить? Уехать в Курляндию, там родить? А потом, когда талеры кончатся? Или сесть у его дверей и кричать на весь город, что Пауль Грюневальда обольстил невинную дуру? Чем это кончится, нетрудно догадаться. Прогонят в Ластадию, где уже который век живут портовые девки. Нет, лучше умереть. «Вижу я, в чем твоя беда», — сказал монах. «Может, все обойдется. Вижу, почему ты ночью бегаешь по городу. Точно тебе говорю, все обойдется». «Дай сюда!» — крикнула Гретхен. «Открывай свой бочонок, я выпью». 3 глотка! Всего 3 глотка! Монах снял с плеча бочонок, опустился на колено и кое-как приладил его на бедре. Потом он положил руку на деревянный кран. «Смотрите, открылся!» «Ну, девица, пристраивайся! Точно не побоишься?» «Это не очень больно, господин монах?» — спросила Гретхен. «Совсем не больно. Пиво, оно пиво и есть. Ну, ежели ты сможешь...» Гретхен села на брусчатку и приникла губами к крану. Призрачное пиво наполнило ей рот. Вкуса она не ощутила, только легкое покалывание. Сделав 3 глотка, Гретхен потеряла сознание.
Очнулась она в богато убранной комнате на роскошной кровати. Над ней склонился пожилой человек в парике. Она знала этого человека, доктор Гриндель, очень уважаемый в городе врач. «Где я?» – спросила Гретхен. «Господин Грюневальде, госпожа Грюневальде!» – воскликнул доктор Гриндель. «Она заговорила! Я же говорил, что курение подействует лучше, чем соли!» Тут Гретхен заметила, что в комнате как-то нехорошо пахнет. То ли жженными перьями, то ли чем-то еще похуже. «Пустите, доктор!» – приказала пожилая фрау и присела на край постели. Кружева ее чепца стоили дороже, чем вся мастерская сапожника Брейтфуса. Вокруг шеи у нее была обмотана в несколько слоев батистовая косынка. Дама строго смотрела на Гретхен. Девушка покраснела. Гретхен узнала строгую матушку Пауля. Когда эта суровая матушка приходила в мастерскую заказывать туфли, нужно было при каждом ее слове делать глубокий книксон и еще кланяться. «Ну что же, по крайней мере, ты хороша собой», — сказала дама. «И еще очень молода. Тебя удастся научить хорошим манерам. Пауль!» «Матушка!» С другой стороны к постели подошел Пауль. «Ты сделаешь это для меня?» «Да, матушка». И Пауль быстро прижал палец к губам. Это был знак для Гретхен. «Молчи, ни о чем не рассказывай и ни о чем не спрашивай». «Мина, где ты там возишься? Подай барышне завтрак кофе с яблочным штруделем. Все девицы любят штрудель. И скажи Анне, чтобы принесла для барышни утреннее платье, то розовое». Не сразу старая фрау Грюневальде оставила Гретхен наедине с сыном. Она сперва убедилась, что девушку красиво одели и причесали, сама вдела ей в уши дорогие серьги с изумрудами. «Пауль, любимый, что это значит?» — шепотом спросила Гретхен, когда они остались одни. «Дивное дело, любимая. Матушка среди ночи так закричала, что все сбежались в ее спальню. Она металась на постели, держась за горло, и ее лицо налилось кровью. Мы думали, она умирает. Минна трясла ее за плечи, чтобы разбудить. Я послал Клауса за доктором Гринделем и пытался оторвать ее руки от горла. А она стонала и рычала. Это было страшно». «Что же это было?» – испуганно спросила Гретхен. «Было то, чего и представить никто не мог». Вдруг матушка замолкла, открыла глаза, пришла в себя. И тогда она сказала, что ей снился страшный монах, который хотел задушить ее, если она не выполнит его приказание. Мы спросили, что за приказание. Она сказала, нужно немедленно послать людей к боковому входу в Иоанновскую церковь. Там лежит на земле девушка, нужно принести ее и в следующее воскресенье обвенчать с Паулем Грюневальде. А за ослушание мучительная смерть вот такая. Мы стали ее успокаивать, и тут на шее у матушки проступили синие пятна. Мы думали, это она сама так в себя вцепилась. Но наш слуга Фридрих, отставной солдат, он немало повидал, так он увидел эти пятна и говорит: «Хоть убейте меня, но так за горло могут взяться только мужские руки». И точно. Как матушка не прикладывала пальцы, а следам они не соответствовали. Тогда Фридрих и Отто сразу побежали к церкви, нашли тебя, принесли. Матушка приказала все готовить к свадьбе. И это все, что я знаю. А больше тебе и незачем знать. Очень тихо прошептала Гретхен. Потом, уже став почтенной фрау Грюневальде, Гретхен пыталась узнать о судьбе монаха, много лет назад мечтающего о посмертной славе. Старики что-то припоминали, вроде бы когда-то встречали такого, то ли у Иоанновской, то ли у Петровской церкви. Правда, побочонки ничего сказать не могли. Но никто, решительно никто, не мог вспомнить его имени. Спасибо.